жабры, вы поняли зачем? Шесть на шесть унижает, у не мог. Красава, ну блин. Сейчас пойдет траектория. Вы уже это будете помнить. Глубоко. Первый туда поехал. Нет, так он бы этот, натяжечка, как он точно так же вышел. Чуть-чуть. Сейчас очередное известное место. Там ты был, но без машины. Был, да, без машины. Говорю, немного побаиваюсь. Да не-не, там ходом там пройдешь точно. На второй, на пониженной, думаю, да? Ну да, если первой мало, да, наверное. На первой нет? На первой, я думаю, не хватит инерции. Вот слет, да. Понял. Вот разгон. Давай, я на ту сторону схожу. Так, Ван сразу. Без лишних движений. А тут тоже как-то вода поднялась немножко. Основная вон правее траектория, это лайт. Так, это лайт, по которому мы прошлые разы ехали. Как-то тут тоже воды добавилось, точнее она за счет того, что продавили почву или дожди, или как, набралась. Сегодня тут посложнее явно. Посложнее сегодня. Подготовленный УАЗ. Чуть не проехал. Нет. Блин, чуть не задавил. Только один кизяк попал только по руке. Да я видел, я снял, как он тебя. Так, УАЗ. Красиво. Один остался. Я думаю, что остынет. Так а что у тебя там зашло? Включать на него? Что-то так слышно будет. Вот он, видишь, что неправильно делает, копает. Чуть помогает у вас, если тот не показывает, то вроде сам круто едет. Так, продолжение. Продолжение, главное не утопиться. Да не, ну тут уже накатан маршрут, дорога простая, сейчас я, главное самому дойти. Самому дойти, так. Они дорогу не знают. Все, я прошел. Блин, тут так палки торчат, опасно. Офигеть, Вова творит. Да, прокатали. Пробили, а было очень сложно. Патрол тут не проехал. Спокойно. Все, гольфброд вон на горизонте.
Достаточно легко и быстро мы сегодня справились. Машины серьезные. Какие-то звуки. Вырезал ему яму, да? Да. Посадил. А можно было, наверное... А, не, нельзя было. Не, можно было. Можно было, только если будет это, да? Тогда радиат, я просто сюда... По пол лобового, я думаю, будет глубина. Ты ж помнишь, где у Макса было? А на пошел. Уровне... А у нас фотка есть. У меня фотка есть, да, да. Сиськи. Ну, сейчас сиськами подойдешь, померяешь. Ну, как раз это его зеркала. Еще и вода может глубже быть, кстати. Но уровень выше может быть еще. Потому что тут вот воды больше, видишь, в этом месте, да, чем да, было? Да, да, видел, оно было... А патрол тут не проехал, это по поводу выдающихся ходовых качеств патрола. Не, он хороший, там, знаешь, где-то в горах по тверденькому, там, по асфальту, очень отличная машина. Или же надо очень большие колеса. Тогда... Ну да, все. Ну там тогда одно, другое, в общем, куча моментов. Метеорит Камри стоит. Стоит. Я думал, там уже, да. Думал, оффроудная Кэмри? Я думал, оффроудная Кэмри. Вот тут Макса УАЗ утонул вот как раз на вот этой траектории перед нами. Красивые. Да, места бомба. Так, вот смотри, тут нормальная дорога к этой стороне, да? Слышишь, а вот если вот тут нельзя проезжать здесь, Саня? Прикинь, можно так и уезжать, заканчивать. Так раньше так и заканчивали, вот тут Гольф Брод. Я Ниву на буксире даже перетягивал, такую Валерину. Гольф Брод! Нормальное тут место. Вокруг вода по периметру. Сейчас будем ехать. Так, ну Гольф Брод, началась тут подготовка. Все лишнее с машины вынимается. Человек ходит, смотрит. Не знаю, что он. Мужчина, а что вы там ходите? Рыбу ловит. А, рыбу ловит. Ты руками, браконьер, рыбу ловишь руками, мужчина. Так, тут много всего нужного вынято. Вова хочет забить вешки просто, понял, чтоб траекторию, там он же походил, посмотрел. Сейчас сюда лазончик будет сверлить через поле Гольф Брод, где пасиски. Так, разведчики сейчас ставят траекторию, чтобы проехать. Так, друзья, ну сейчас у вас на военных мостах, на 33-м Гудридже или Купере, неважно, не очень свежем. Вешки забили, вот. Это тут же, где Макс ехал. Забили вешки. Ну, траектория пробита, видите, очень-очень уверенно. Так. А теперь стоковый у вас. Это неожиданный ход. Витя побежал. Приближается к машине. Очень легко ему показалось, но на самом деле... Поняли, пробили траекторию правильную, то есть и все. Так, Витя тут жестко исполняет, видите?
такое начало многообещающее. Машина пониже, но едет, посмотрите, в натяжечку, красиво. Сегодня мы тренировали эту операцию с утра, и все получилось. Маршрут запланированный не поехали, но назад будет сложнее. Вот так вот. Да, это вообще просто. Да, был кабриолетом у вас сегодня, но начало капать и пришлось одеть крышу. Там, конечно, очень неудобно, надо там доработать, чтобы быстросъем был. Тогда было бы намного приятнее это все делать. Ну, в открытой машине очень приятный оффроуд. Едет она просто нереально, потом посмотрите, все ходы записаны. Так, подтянули. Так, ну тут выход к воде такой веселенький, смотрю, сейчас. Вы же знаете, как обычно все начинается. Андрюха жесткий, но у него серьезный УАЗ, только ему там сложно будет. Сейчас надо его будет подтягивать. Тут еще с выездом тоже им будет немножко сложнее, чем вниз. Это место мы знаем. Лучше подлебедиться, не рвать мосты. На лебедочке спокойно, чтобы не рвать. Вот такой крутоватый выезд тут. На Унимоге бородач еле выезжал. Вон, видите? Там не глубоко. Но выход сложный там. Ступенька, уклон. Зацепится. Болота нету, просто обрывистый такой берег, крутой. Должен заскочить. Бородач вблизи. Паша! Сюда возьми. Не, ему сюда вот надо. Да, возьми сюда. Опа. Там болото неплохое, я там ходил пешком. Там жестко было. Да, диагоналка жесткая тут получается. Шесть на шесть унижает, у не мог. Красава, ну блин. Почти.
нормально валит. Нет. Чуть-чуть разгон. Отойди, отойди, отойди. А вот правильную траекторию в натяжку разгон, оказывается, не нужен был. Сейчас по этой траектории. Глубоко. Так, Бородач. Ну что ж, при помощи шишиги все легче намного. Шишига вот у него. Больше чем. Да, 6 на 6. Оказался круче у немого. Там реальные моменты. У немого надо еще шишигу брать, получается. Возьми, да, вот сюда наедь, Паш. Да, вот ступеньку объехал, все хорошо. Первый туда поехал? Нет, так как бы это, на тяжечку, то он точно так же вышел бы. Чуть-чуть. Все, поехали. Я туда показываю, Рус туда показывает. Кому, кого смотреть? Показывайте один кто. Одно колесо туда поворачиваешь, одно туда. Ну, может быть, оператор какашка у меня. Я что-то не подумал поменять карточку на нормального оператора. А какой у тебя? Лайв. А что, есть лайв здесь? Да, отстой. Хорош, все, стой, стой. Патрулевский мотор поставил Андрюха. 2.8 турбо вместо Андории. Отъедь, он на коксе. Он на коксе будет идти, чтобы не повредил никого. Отъедь и разойдитесь желательно метров на 200. Да, тут пилот серьезно заряжен. Сейчас, если ошибок не будет, то проедет четко. Полный сток, полный, друзья. Сегодня мы на нем на кабрике катались. Жабры, вы поняли зачем? Жабры. Аж вода из них пошла. Ну доехал, красавчик. Доехал. Ну проскочил, в принципе, нормально стал еще удачно, да? Прикинь, это. Да, там вода. Да. Так что ты предлагаешь? Она сейчас испарится. Она сейчас испарится. Испарится, да? Ну, к вечеру. И давай попробуй его провернуть, если он не будет возвращаться. Ну, проваляется, то вытягиваем и хорош. Хорошо. Накручиваем свечи и. Так он новый двигатель совсем. Вова, ты будешь ехать? А я, кстати, хотел у тебя проконсультироваться. Где моторы по $700 с коробкой? На всякий. Не, на твою коробку Андория становится. Это по минимуму переделок. Есть мотор дизельный Андория, который подходит к УАЗовской коробке. А что значит Андория? Это с чего? Ну, польский, да. Да, понял. Так, аккуратно. Тихо за руль. Оп, не, он заглух. То есть он на кухне, понял, ловит воду. А он бы так...
И все. Свечи выключил, продуло. Витя в трофейных тапочках сегодня, он прибарахлился, нормально одет. Мегаваз. Не здесь. Мегаваз на фестивале утопил. Стой! 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 Глуши! Глуши! А ты подальше не цикай, ты зажми ее в пол. Просто зажми ее в пол и зажми. Ну крутится это уже. Крутится уже хорошо. Одну секунду. Ой, да мы не уходим, не переживай. Не, я так понимаю, что тут выйдет. Да. Тогда я предлагаю подать ему свечной ключ. Нет, чего? Может просто руку подать? Пусть так выйдет. Чтобы выехать, надо зайти. У вас не ломается, да, это фантастика. Сегодня таких моментов уже. Моментов было уже таких много сегодня. Вроде все уже, а он заводится и едет. Друзья, донаты включил, можно. Убегайте, кричит. Спасайся, кто может! Все. Тут просто очень крутой берег. Тут нереально. Все, ладно, я не выйду. Он сдался, вытягивайте. Ручней затем. Вот сюда бы я просто боюсь попасть, если попадусь. Блин, такие новые тапки, Витя. Это не скучного сегодня он приобрел. Покажи это тапочки. Это проблема, а мне Леша Крюков там не звонит. Он вчера ругал, говорит. Оба... С таким бампером ездить. Оба правая тапочка у тебя, правда, сегодня. Из-за этого, может, и не выскочил, так бы выскочил. Бампер, да, и немножко. Свес. Большой свес очень, да. Ну мы сейчас как раз хоть с чесом чуть-чуть будет легче. Знаете, сколько уже счесывали? Не счесывается. Да, не счесывается. Мотор хорошо работает. Тапки забери, сейчас он сейчас переедет их, елки. Да, тогда шлепки. А шлепки тоже твоя песня или что? Шлепали шлепки. Андрюха, не стой там так близко. Отойди. Так, вторую лебедку тащат, чтобы наверняка уже. Паджаро кабриолет у нас сегодня. Единственный японец, доехавший до Гольфброда. Влево руль. Вот такой сюжет. Чуть. Подожди! Лебедка не тянут, без блока. Да тянут, что нормально. Потянут. Водичка вытекает, все хорошо. Кто здесь на девяточке проедет, спрашивает. Да все, я думаю. А, так и написали, да. Заводи.
не поступал почти в бак. Завел. Забыл про тормоза. Да желуди еще не выросли, что ты делаешь? Я точно. Выйдешь, точно. Задним ходом на тот берег. Вот и все. Все четко. Все по... Мои кроссовочки вот тут в дверях. Да, не, чуть-чуть. Носки один больше. Один меньше. Главное, не потеряли. Ну, мои тут плавали. Бублики вон там до сих пор плавают. Елки-палки, новые бублики. А чё ж ты не выложил их? Да как же их я выложил? Я там боролся, чтобы выжить. Да не, надо было выложить, когда оставлял он. Так ты же сказал только портфели и камеры. Да не, ну еду, естественно. Смотрите, раскрыта тайна, почему он проехал. Видите, сколько канистр? Тайна раскрыта. Они все пустые, легенькие, с воздухом. Вот так и переезжают. Тайну вам рассказать, как он проехал или нет? На канистрах. На канистрах, да. Тут полный багажник канистр. Ах, умойный утонул.